предложение сегодняшнего дня. Восхитительная блуза Ноэлия, которая выполнена из гипюра, а гипюр, хотя и имеет французские корни, свое появление получил в Италии, когда в 16 веке мастерицы создавали такие кружевные узоры вручную. Сегодня специальное текстильное оборудование позволяет создавать уникальную чувственную нежную ткань. Блуза Ноэлия, 1299 рублей цена только сегодня. Закажите две этих очаровательных блузы, и цена будет не 2600, а 1998. То есть тогда цена для каждой блузы всего 999 рублей. И тут интрига. Я думаю, что вы уже заждались. Кто же представит сегодня эту модную коллекцию? Вы не представляете. Но это не только яркий народный стилист, это не только дизайнер-модельер, создатель огромного количества модных запоминающихся коллекций. Это еще и наш всеобщий любимчик Микола Комендров. Привет, дорогой друг! Привет, дорогая, и, конечно же, здравствуйте, вся наша любимая и теплая патриотичная страна. Выбираем для себя сегодня главным предложением дня базу. Но гипюр никогда не был базой, он был всегда тканью аристократов. Но сегодня он становится базовым, ведь здесь форма обычной футболки превращается в совершенно что-то иное. Переплетение вискозного полотна вместе с хлопковым гипюром, который еще и тянется, создает особый эффект. А рисунок смешивает тоже национальные прочтения. Ведь французские полевые цветы пересекаются с турецким огурцом пейсли, тем самым создавая такое изысканное, элегантное и в то же время с острой перчинкой силуэт. А значит, та самая перчинка, острота и сексапильность, которая присуща французскому стилю, будет и теперь и на вас. Итак, цена только сегодня 1299 рублей. Все заказывают две блузы Ноэлия, потому что тогда цена за одну 999 рублей. Давайте выберем цвет. Красный сейчас вы видите, да, такой огненно-красный. А также бордовый цвет, цвет спелой вишни, рядом с ним цвет пудровый, потрясающее сочетание, да, цветов и пейсли. А вот мятный премьерный цвет, три цвета появляются впервые. Голубой я выбираю, сочетаю с цветом маджента, темно-синий цвет, да, или это васильковый? Васильковый. Это просто синий, темно-синий и черный. 1299 рублей цена только сегодня. Вы заказываете две блузы Ноэлия, и для вас цена 1998 рублей. То есть одна блуза 999 рублей. А в начале апреля за одну презентацию более 700. Я думаю, что сегодня этот рекорд будет побит. Ну и опять же, как выбрать размер? Вот вы сейчас хотите заказать эту блузу впервые в своей жизни. Совершить первую покупку на телеканале Shop & Show. Почему? Потому что вы женщина с большой буквы. И вот Микола Комендров, наш народный стилист, поможет вам в этом. Данное предложение маломерно размер, поэтому размерную линейку от 48 до 62 забываем. Она будет звучать от 46 по 60. То есть 48 мы отдадим 46, а 62 уйдет 60. Наша Ника, обладательница 50 размера, выбирает для себя как раз-таки 48 размер, объединяет его с ало-красным цветом брюк Телфа. Да, наша Ольга выбирает для себя 56 размер блузы в бордовом цвете и добавляет юбку Айна. Кстати, рекомендую сегодня вместе с юбкой Айна это и забирать. Ну а королева телешопинга выбирает для себя яркий цвет, да, который обожает, розовый, но уже в оттенке мадженты, и объединяет его холодным голубым, что и присуще ее характер, ведь она такая мягкая, такая теплая, как пушистая кошечка. Но эта кошечка, если поцарапает, из вас потечет Диор. Смотрите, все заказывают сразу две блузы Ноэлия, наш главный товар дня, потому что тогда цена за одну 999 рублей. Я выбираю цвет голубой, но у нас потрясающая палитра, 10 вариантов цвета. Она эластичная, нежная. Хотите бесплатную доставку, заказывайте от 4990 рублей. Брюки Тейлфорд и жакет Ильяна. Потрясающий образ, потрясающий. Ну и рисунок, рисунок гипюра, он же здесь тоже необычный, Миколушка. Да, гипюр здесь у нас с вами объединяет красивые цветы Прованса вместе с турецким огурцом, или еще его называют индийский пейсли. Поэтому здесь такое прочтение восточноевропейское, что очень присуще многим народам. Обратите внимание, гипюр очень пластичный, гибкий, мягкий, очень хорошо поддается растяжимости. А это значит, качество такого изделия будет у нас с вами надолго. Микола, внутренняя подкладочная экран. Ткань посмотри. Тоже не менее хороша. Ты видишь все эти названия, имена?
Ну, это те имена, которые пора бы уже забывать, потому что в нашей стране они не представлены. Ну и может быть хорошо. Наши богатеи сэкономят деньги, может, помогут детям. Блуза Ноэлия. Потому что Чулпан Хаматова не помогает больше. Вот именно. Блуза Ноэлия – прекрасный вариант для первой покупки. Вы заказываете две блузы, вы представляете? Две блузы, потому что тогда цена за одну 999 рублей. У нас 10 вариантов цвета. Конечно, две базовые блузы, но при этом из гипюра. Вот смотрите, она по крою напоминает футболку. Но если бы я надела футболку, ту же самую голубую, это было бы простовато. Выбирая такую блузу из гипюра, я создаю образ, ну, вместе с жакетом Ильяны, конечно, и с брюками Телфорд, не только, знаете, такой строгий, может быть, но и женственный, да, Миколушка? Да, да и обычная футболка, например, она быстро выходит из строя, то есть около 2 лет по стирке она видоизменяется. Данные гипюровые блузы будут и гулять долго. Вы можете брать ближайшие цвета вместе, например, красный и бордовый, если обожаете. Кто-то может выбрать, например, для себя бордовый и розовый, а может быть на контрасте пудровый и мятный, или мятный голубой, голубой и васильково-синий, или синий и темно-синий неви, или кто-то возьмет черный. Я рекомендую черный положить в корзину первым, как отправную точку. Если вы страстная женщина, то кладите на контрасте ало-красный к черному, либо, если вы холодного типажа, то черный и какой-нибудь мятный, голубой или васильковый. Если теплая фактура, то черный и розовый. Миколушка, всем ли подойдет такая блуза, те фигуры и какая посадка у нее? Да, она облегает, то есть вы ее выбираете на размер больше и посмотрите, открытое плечо, да, то есть здесь нет подкладки в зоне рукавов. Да, это за отсутствие подкладки в зоне рукава здесь работает на то, что тело дышит. У нас с вами топ, вшитый вовнутрь, только скрывает бельевую зону и зону живота. Некоторые дамы любят прилегание. Он будет прилегать, кстати, рукав 19-20 сантиметров в окружности, то есть полуобхват. Если целиком, то получается 40. Если ваша рука чуть больше 40 сантиметров, здесь как раз-таки то, что мы берем на размер больше, работает на вас. Подмышечная пройма 60. В окружности длина блузы составляет 63 сантиметра. Наш российский телемагазин Милана Ковалева из Сочи написала: «Обожаю гипюровые вещи. Надеюсь, они еще долго будут в тренде». Милана, так и есть. Звоните нам по бесплатному номеру, заказывайте их две, потому что тогда цена за одну 999 рублей.